По мнению старшего 12-летнего брата, маленькая Кристина везучая, смеется их мама Олеся. Малышка появилась на свет 4 июня и вместе с мамой попала в программу «С днем рождения, малыш». С рождением первого ребенка подарков не выдавали, вспоминает Олеся. Поэтому сейчас такому комплекту очень рада. Первая помощь как-никак все-таки, потому что некоторым даже беременным очень тяжело ходить по магазинам и что-то выбирать. Некоторые просто не успевают. У кого, допустим, двое-трое детей, есть маленький также еще, допустим, ребеночек. И в первую помощь, когда она не успела, это вообще необходимо очень. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы подольше такая программа длилась. И для других тоже мамочек. Одеялко, полотенце, костюмчик, косметика для ухода и, главное, для любой мамы новорожденного – упаковка памперсов. Такие наборы в городском родильном доме получили сегодня еще 19 череповчанок. Причем мама двойняшек получила сразу два комплекта, по одному на каждого своего малыша. Напомним, всем родильным домам региона на такие комплекты по областной программе выделено порядка 35 миллионов рублей. Благодаря вашим стараниям, вашим силам, вашим желаниям, количество череповчан и вологжан увеличивается с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом. Спасибо вам большое. А Вологодская область вас не забудет. Каждый месяц в Череповце рождается больше 250 малышей, и такая поддержка семей новорожденных в Череповце очень актуальна. Кроме подарков, мамы попросили еще об одном – устроить выдачу первого главного документа ребенка, свидетельства о рождении, прямо в роддоме. Когда-то такая практика существовала, и с начала июля ее решено возобновить. Сейчас по поручению губернатора разрабатывается механизм, который стимулирующий работу наших государственных органов к тому, чтобы все документы, не только свидетельство о рождении, а для того, чтобы все документы необходимые выдавались в момент рождения ребенка в родильном доме, без хождения по кабинетам. Как будет на деле решен этот вопрос, станет известно в ближайшее время, а подарки продолжат вручать каждому череповчанину, который появится на свет. Анастасия Ходкова, Сергей Павлов. Новости.